Всем привет! Снова я гуляю по сеульскому рынку. Это не оптовый рынок, это розничный рынок. Сегодня я сделаю небольшое видео. Видео только орхидей, так как, делая длинное видео, на каждом прилавке ассортимент, он повторяется. И я быстренько пробегусь по прилавкам. По прилавкам орхидей. Покажу, какой ассортимент. Так. Вот мы зашли. И чтобы было смотреть не утомительно, сделаю одно небольшое видео. Прилавки с фаленопсисами, как видите, они полупустые, заросли с тилансиями. Кактусовые заросли. Здесь у нас вот такой яркий прилавочек. Прилавок не небольших растений, у которых суммы совсем недорогие. И посадка тиланси необычная. Какая красота. Следом у нас антуриумы. Кстати, у меня есть дома антуриум. Он цветет круглый год, не прекращая. Прилавок с фаленопсисами. Засветочки не меняются из месяца в месяц. Только единственное, появился разнообразный ассортимент дендрофалов. Эти желтые красавицы. Они восковые, но без запаха. Буду проходить дальше. Как раз даритисы. Так, это, по-моему, зикапиталумы. Это я цветоносов. Вот такая белая красавица. Подарочный набор. Уже цветает. И сзади его набор спеглиба, который тоже уже отходит. И небольшие ассортименты. Это цимбидиумные. Какое интересное дерево. Как интересно, по крыше льется вода.
Недавно, забежав на этот рынок буквально на 5 секунд, с крыши я заметила пар, видимо, для поднятия влаги. Вот они, оценочки. Яркие, красивые. И появление пара с крыши. Не пара, а такой мороси. Вот смотрите, какая расцветочка. Такая необычная. Двухцветная, двухцветный фаленопсис. В магазине стояло очень влажно. Раньше. Раньше я этого не замечала. Видимо, с того года, когда поднялась, у нас аномальная температура, летняя, до 40 градусов. Видимо, и установили эту функцию. Забежала я сюда, когда на улице настояла плюс 42. И знаете, здесь было так комфортно. Было влажно, прохладно. Не хотелось выходить. Подарочные наборы. Покажу этот прилавок подробненько. Так как здесь более разнообразные виды. Дендрофаленопсисы. Угу. Таких необычных раскрасок. И вот такие кучи лотков фаленопсиса. Красота. Это подарочный набор. Он, наверное, стоит очень дорого. Так как дендрофаленопсисы, они дороже, чем фаленопсисы. Здесь у нас цимбидиумные. Мне понравилось на прилавке. Посмотрите, это летняя распродажа. Здесь написано, что вот этот весь лоток стоит $9. Я сейчас посчитаю, сколько здесь орхидей. 12 штучек. Если бы, конечно, здесь был более разнообразный ассортимент. А здесь две одинаковые. Вот по расцветке. Две одинаковые. Потом здесь получается 5 видов по 2 одинаковые орхидеи. Видимо, какие-то еще, если 12, какие-то не цветут. И вот такое бы, если купить с кем-то, то совсем недорого. За $9 можно купить в летнее время 12 орхидей. Пойдемте дальше. Это оливковые деревья. И здесь такой прилавок. Очень красивый. Смотрите, какая интересная пальма.
Так, а это у нас, по-моему, и плоды оливок. Здесь мы проходим еще один прилавок с орхидеями. Это не Афинети. Цимбидиумные. Не Афинети по $7. Ну вот посадочки. Вот эти. Посадка на кирпич. Капсулу. На плазму. Уголь. Следом у нас тут цимбидиумные, аленосис такой яркой раскрасочки. Посмотрите, какой подарочный, нежный, красивый набор. И следом тоже подарочных наборах такие раскраски красивые. Здесь написано, что один экземпляр по $4. Такие бледненькие расцветки и какой интересный дендрофал нежно-постельного окраса. Не буду проходить туда, так как расцветки все. Смотрите, какой подарочный, красивый набор. Такой красивой расцветочкой. А вот и папоротник. Какие пупсы. Какие картины. Пойдемте сейчас быстренько по первой части теплицы. Здесь такой более яркий прилавок. Посмотрите, какая поехала тележка с фаленопсисами. Посмотрите, какой тоже красивый вид дендрофаленопсиса. Нежные-нежные окраски. И вот цвет зеленое яблоко. Жалко, что они не пахнут. Вот в этот раз у них появился новый вид. Посмотрите, как интересно он цветет. Нижние старые цветочки уже насыщены розового цвета. Выше по распуску. Он светлее. А вот, видимо, уже полностью. Покрашенный цвет. Такие еще аленопсисы. Интересно. Вот какая красота. Как незабудки. Thank you.
письма. Здесь я тоже видела лоток за 10 долларов. Но здесь в лотке, сейчас я посчитаю, восемнадцать орхидей всего за 10 долларов. Расцветочки, конечно, не ахти, но за копеечки можно было и взять. Такая красивая зелень. Мне нравится. Прилавок с кактусовыми. Кактусы те же. Такой ленты. Такая колючая красота. Следом здесь прилавок тоже с фаленопсисами. Ассортимент один и тот же. Белые дендрофалы, сибирии. Смотрите, какой гигабиталом в подарочном наборе. Ну и разновидность мяса. Такой яркий, пестренький. Вот еще какая расцветка дендрофаленопсиса. Такая игривая раскраска. Ну и размеры у них, конечно, огромные. Здесь у нас цимбидиумные. Вот еще один прилавок с фаленопсисами. Ассортимент совсем не меняется. Прилавка к прилавку. Все одинаковое. Цимбидиум. И валики. Сейчас мы подходим к прилавку к азиатским видам орхидей. Мультифлорка за 14 долларов. Неофинетия сетирия. Вот такая вот маленькая за 9 долларов. Также мультифлорки. Неофинетия с цветоносом, который еще не распустился. Цимбидиумная. Да, по-моему, дендробиум хибики. Кстати, очень долгоцветущая орхидея. Очень легкая в уходе. Цимбидиумные по 2 доллара. Вот такие варикатные по 4. И здесь ансидиумные. Вот такая красавица.
висит на блоке. Кстати, недавно посаженная. И вот здесь прилавки. Сетиви, неофинети, гибридных котлей. Вот такая красотка. Красотка Сафронитис. Вот такой мини-мини котлейка. Даже гибридные котлейки. Такой интересный прилавок. Ну, здесь то же самое, все в одном ассортименте. Вижу очень красивых гидрофалов. Цветы огромные. Жалко, что такая красота не пахнет. Сейчас я переключусь и перейду в другую теплицу. Я прошла во вторую теплицу. Смотрите, какой красивый, яркий прилавок фаленопсисов. Там красота. Здесь тоже есть оценочки. Непонятно, что написано. Лоток, по-моему, за $18. Смотрите, какой большой, красивый горшок. Вот у него и цена, наверное. Такие похожи на зайчиков. Это как бы не $500, как бы не больше. Такие размеры. Эти подарочные наборы для дорогих офисов, для дорогих фирм. Вот здесь у нас дендрофалы. Такая нежненькая розовая расцветка, беленькая и игривая. О, это игривые расцветки, и цветочки очень маленькие. Розовый пастельный, он более в размере. Ой, смотрите, какие фаленопсисы. Какие они огромные. Подарочные наборы. Прям такая аллея. Был бы у этой аллеи еще красивый, приятный запах. Я бы, наверное, отсюда не ушла бы. Следом мой любимый магазин, в котором бывают редкие виды орхидей. Здесь. Фаленопсисы, Доротис. Вот такие красотки. Вант. Смотрите, какие цветоносы. Какие богатые, красивые цветоносы. С огромными размерами цветов. Какой красавец. Цветок, наверное, на всю мою руку. Я не достану. Не сравню вам. Где цветы уже поменьше.
Вот такого размера. Там, по-моему, выше больше. Какая красота. Вот это подарочные наборы. Вот такие башмаки. Цикля и вот такой пафиопедиум, которого на цветоносе три цветочка, такие вандочки. Разнообразие Венопсиса. Какой большой и мощный куст Пафиопедиума. Какая красота. Красота в разнобой. Здесь тоже есть прилавок с редкими видами орхидеи. Здесь такие маленькие мини-орхидейки. Красивые зеленые цветочки без запаха. Фаленопсис. И вот такое вот все интересное. Здесь бассейны. Бассейны у них от $100 по 1000, по 2. Конечно, вот такую красоту иметь на своих балконах для поднятия влаги. Конечно, конечно, мечта каждого коллекционера. Но я не представляю постоянно звучание воды в доме. Я, наверное, этого не вынесу. Вот такой более тихий. Который не издает звуки. Вот на такой я согласна. Пошла я дальше. Такие цитрусовые. Здесь прилавок дорогих цимбидиумных, которые выигрываются у них на аукционах. Здесь есть и по $3000, и по 10. Смотрите. И я сюда даже боюсь заходить. Сколько я не была на этом рынке, я не видела ни одного покупателя. Думаю, свои постоянные клиенты есть у этого магазина. Все, я буду, наверное, скорее всего, заканчивать. Сейчас я бы хотела вам показать еще цветок карри. Это растение распространено в Индии с его плодов. Делают всем известное карри. Карри – это порошок,
которого делают бульоны. Очень вкусные. Не бульоны, а как подлив. Подлив для чего-то. Для какой-то основы. Здесь, например, это рис. Я не знаю. Чем служит это? В Индии я ни разу не была там и не знаю их культуру. Вот такая красота розовая. Ну все, на этом я буду заканчивать свой обзор рынка. Всем до свидания и до скорых встреч.